минимум 9 человек, в том числе дети, пострадали после схода оползня в одном из заповедников на Мертвом море в Израиле. Среди пострадавших – 4-летняя девочка. В спасательной операции задействовали вертолеты. Как уточняют медики, ребенок находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в заповеднике Нахаль-Давид рядом с поселком Эйн-Геди. Он является популярным местом среди туристов и местных жителей, потому что оттуда начинаются маршруты, где можно увидеть горные ручьи, водопады, представители местной фауны и красивые виды. В столице Косово открыли монумент с именами 23 косовских албанцев, спасших евреев во время Второй мировой войны. Мемориал «Стена чести» был установлен в присутствии потомков спасателей, политических лидеров, а также послов США и Германии. В начале войны в Косове, проходившем тогда в составе Королевства Югославия, проживало около 500 евреев. Многие из них были арестованы, депортированы в близлежащие тюрьмы или нацистские лагеря, и почти половина из них погибла. Местные албанцы помогли спастись десяткам евреев, чаще всего вывозя их в соседнюю Албанию. Косово стало первой европейской страной и первой страной с мусульманским большинством, открывшей свое посольство в Иерусалиме, вслед за США и Гватемалой. 56-летняя Малка Лейфер, в прошлом занимавшая пост директора школы для еврейских ортодоксальных девочек в Мельбурне, была приговорена судом австралийского штата Виктория к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении своих подопечных. Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2003-2007 годах в отношении двух сестер. Согласно вердикту, Малка насиловала их и совершала развратные действия. Обвинения Лейфер были предъявлены еще в 2008 году. Незадолго до этого она бежала в Израиль. В августе 2014 года она была задержана по требованию австралийских властей. В 2016 Лейфер освободили из-под стражи после того, как эксперты признали ее страдающей психическим заболеванием. В 2018 году она была вновь задержана. А в декабре 2020 года министр юстиции Израиля подписал указ об экстрадиции Малки Лейфер в Австралию.